debe escapar. Maskara lo zeigera hin Ani irain nande Ani urat nande Sako man sakerel sako sako sokamel Ani irain nande Ani urat nande Sako man sakerel sako sako sokamel Shapare veshahin Humashkara lotzai gerahin Ani irai nane Ani urat nane Saku manza kere Saku saku suka mil Ani irai nane Ani urat nane Я со своей справкой уже с 6 класса, как бы я наметила свой путь, можно сказать. Я не знаю, нужна эта история болезни кому-то или нет. Но я сейчас по-своему эту историю могу рассказать, не по-медицински, а с точки зрения Последнего Завета. Я просто привыкла жить мозгами. Я была отличницей 5 классов. В каких-то олимпиадах пыталась там участвовать. То есть у меня какие-то способности, плюс еще... Родители меня ориентировали постоянно, ты только учись. Я на кухню там посмотреть, как мама что готовит, она нет, иди с кухни, только учись. До 5 класса была отличница. Да. И когда мне мама постоянно говорила, что я и так к труду не очень расположена по душе своей, видимо, по опыту прошлых жизней, а меня еще с кухни прогнали, и ты только учись, и как бы и мне нравится, да, я там в классе не самая красивая, но зато у меня за счет оценок я уважением пользуюсь, там мальчики на меня смотрят уже, потому что я такая умная, мне не надо быть красивой, мне не надо готовить, мама с кухни прогоняет. И мне, в принципе, нравилось, что меня признают за мои вот какие-то способности. И способность к языкам у меня открылась в 4 классе. Я мечтала стать учительницей иностранного языка, потому что я сходу пошла по немецкому там первая в классе. Потом у меня, как началась физика, я по физике увлеклась. Началась химия, я химией увлеклась. И параллельно с этим у меня уже как бы Господь стал немного так на место ставить. Как бы заболела воспалением легким обыкновенным. И в палату подложили девочку с вирусным менингитом. Я от нее заразилась, и, короче, после этой болезни либо умирают. И мои мозги таким образом просто приостановили. Как бы я впала в такой ступор без всяких таблеток. Я была как под наркотиком. Я сидела просто в каком-то тормозе. Мама просто смотрела и не понимала, что со мной происходит. Это в 5 классе? В 6. В 6. И вот тут началась твоя болезнь, да, история. Ну, как бы меня просто выключили какие-то способности интеллектуальные, как-то оглушили как будто бы. Я в принципе, не отупела, я просто не хотела развивать их, я не хотела увлекаться, как раньше там. То есть по урокам мне перестали интересы. Какая химия, физика, мне это стало все неинтересно. То есть раньше я прям увлекалась, зажигалась, могла часами сидеть, на улице не гуляла, сидела, учила. Потому что я знаю, что я завтра расскажу, параграф перескажу своими словами, и учительница мне скажет, вот видите, я вам по книге читала, а эта девочка вам так рассказала, что вы сами лучше поняли. То есть меня уже учителя выше ставили, они мне просто на гордыню просто вливали и вливали постоянно, захваливали. И когда я вот так вот отупела, меня просто перекрыли вот этот вот рост гордыни. И что ты тогда чувствовала? Вот, просто безразличие какое-то, какой-то ступор. Причем еще не было никаких препаратов. И после этого началось, я уже вижу, что как бы мама, она свое гнет, в мире происходит какое-то что-то неприятное, люди друг друга не любят. Как бы, и к чему... Начала видеть более глубже, да? Да, да, душа стала просыпаться и стала замечать, что какой смысл развивать способности, если вокруг такое, вот с точки зрения духа, такой бардак происходит. Просто уже не, перестали интересовать какие-то там утверждения, там, значимости своей. Я могла легко добиться успехов и в школе, но мне это перестало интересовать. Я вижу, что мне просто... Какие люди злые между собой, как они общаются. Я стала это острее чувствовать. Как бы. Я вижу, что надо мной готовы... Те люди, которые недавно меня возносили и хвалили, готовы насмеяться как-то надо мной, унизить меня.
И как бы мне потерял смысл вот эти вот успехи, вот эти дешевые всякие. То есть я уже поняла, что хорош цена этим успехам. Вот и закончила ты школу, что думала дальше? Ну, дальше. Дальше я ничего не думала. Я вижу, что какой-то кризис глобальный происходит и со мной, и со всеми. И как бы начиталась уже стала сама читать книги по психологии, как бы завоевала любовь своего психиатра, она стала уважать меня за то, что я сама разбираюсь в психологии. Как бы. Как там тебя спросили, а ты считаешь себя больным? Ты как? Ну, это уже был совсем последний эпизод. Да, это комиссия была, когда я уже окончательно пришла на комиссию, продлить инвалидность, не продлить. Ну, они просто задали дежурный вопрос, считаешь ли ты себя больной. Но я уже к тому моменту много лет считала, что мир вокруг с ума сошел, и я больная, и не потому, что я какая-то другая, а потому что просто весь мир больной. Я уже к тому времени это знала. Любовь в психушке – это особая статья. Это, не знаю, только любовь в тюрьме может с этим сравниться. Или... То есть это не просто в больнице, это в особенной больнице. Это... Вообще это родственные понятия. Любовь – это неадекватность восприятия. И там это очень уместно вообще-то. Безответная надежда, такой пессимистической название. Пробивает стон отчуждения стен, достучавшись хотя бы до крови в венах. А все так же спасибо за то, что ты есть. Это значит, продолжим дорогу не вместе. Хоть одну на двоих или не рядом совсем. Ты в своем, я в своем, мы парим под небесье. Но я знаю место, где между нами нет стен. Это наши мечты. И моя лишь надежда. Когда нет ответа, уж не мучит вопрос. В своих мыслях достаточно мы видим света. По воде разойдется еще один круг. Это нашим мечтам стало снова тесно. Сколыхнет ожидание, мироздание гранит. Наших душ пространство опять будут вместе. Наша вера подобна, она объединит. Но надолго ли, лишь Богу известно. Ветров утихнет от взгляда одного. Лишите нас, покой небес придет чуть слышно, его я чувствую сейчас. Я снова обретаю радость, погасни твои глаза. Я приду к тебе.
смотрю, у них все получается. Я понимаю, что я приехала из той деревни, где другие скорости жизни. И как бы я там с этими скоростями тоже с таким тормозом стала в этой деревне. Что здесь въехать во что-то более быстрое, интересное не получается. А так как я живу не здесь, мне придется вот так вот опять туда-сюда. И так обидно стало, что я не виновата, в принципе, что я в этой скорости не живу, потому что я-то не хотела там жить. Не виновата. Не виновата я. Ну, Ирина, ты живешь же недалеко. Мажарка-то недалеко отсюда, да? Ну, 3 раза в неделю это нереально. Это надо здесь жить. Да. Это отец конфета. Тебе какое название больше нравится? Тет-а-тет. А мне муза творчества. Вот так вот. Так значит, тебе приходится жить в Мажарке, Ирина. И ты любишь уже Мажарку, да? Я как бы вспомню, что человек несет ответственность в полной мере только за то, что он выбрал сам. Я Мажарку не выбирала. Безо всего, просто. Считаешь, это билет позволяет тебе? Естественно. На меня сейчас любая скажет, ага, у тебя билет. И она уже чувствует себя выше. Она уже прям с ней разговариваешь, от нее это сквозит. Что ты никто, а я нормальная. Я нормальная, а ты никто. Всегда это сквозит. Вот с кем бы ни общаешься, всегда это сквозит. То есть изначально тебе ставят ниже. Неважно, кто ты, как ты, еще не разговаривая с тобой, не знаю тебя, уже заранее ставят ниже. Я постоянно это чувствую, ощущаю. Я же очень чувствительная, нервы у меня очень... чувствительные, мускулы свои, свои силы какие-то, и за это имеешь какую-то материальную компенсацию. Ты себя уважаешь. А когда ты получаешь за унижение, это значит, это хуже, чем проституция. Если бы они догадывались, может, пощадили бы, не стали бы так унижать. Не догадываются. Я им прощаю за то, что они не понимают это, что они меня реально унижают. Побила, потанцевала. Мне хочется убежать от них, никогда их не видеть. Людей просто. Ну, которые вот так вот грубо ко мне подходят. А какое у тебя образование? Ах, у тебя справка. Хорошо. А я говорю, давайте петь и танцевать, я могу вас научить. А, да что ты нам можешь сказать? Кто ты такая? У тебя вообще справка. Здесь я вижу, что я полезна. Вот хор я могу поддержать. Меня просто просят об этом. А в Мажарке что? А здесь, там нет никакого хор, там некого поддерживать. Там есть люди, нуждающиеся в помощи твоей. Ну, на огороде, конечно, там все хотят. Ты молодая, значит, ты здоровая, пойди попаши у нас на огороде. Да вы знаете о моем здоровье? Да у вас здоровье в 3 раза больше, чем у меня. Они же не понимают, что молодая, это не значит, что здоровая. Эти бабушки дрова колят. Даже без макияжа и после слез. Это твоя записная книжка, или? Да, это моя. Палочка-выручалочка, спутник по жизни. Много лет я их меняю. Но одна кончится, другую тут же завожу. Я без книжечки не могу жить. Там стихи, все у тебя. Ну, самые такие светлые мысли, которые приходят с Божьей помощью в мою голову, чтобы не забыть, я их записываю. Или что-то вычитала, тоже записываю. Фотографии сына, учителя, конечно. Была бы любимого фотографии тоже. Любимого фотографии в этой книжке нету, потому что эта книжка новый этап уже без любимого. А в той был портрет хороший Кристофа. А здесь, ну... Ну и чтобы не забывать свой светлый образ в начале, как я выгляжу. Ну, тут не самый лучший кадр, конечно. И главное, вот этот вот светлый образ. Мой единокровный, рожденный мною человек. Самое большое, что я могу в своей жизни сделать, это родить и более того, воспитать. Потому что женщинам больше не дается. Я тоже могу воспитать. Петька, ну,
Это твой сын, Ирина? А кто же это на меня похож? Значит, мой. Даже папу можно снять. Ой, папа, ну упрямый, а? Один кадр. Можно даже меня? Духовного мужчины, когда вы... Ну, да, если учесть, что я всю жизнь прожила в таком криминальном районе, на краю города, и даже не подозревала, что есть какая-то другая жизнь, культура более высокая, чем эта вот среда, в которой я вырастала. То есть там просто откровенное пьянство, наркотики — это слишком культурно, да, просто по-свински спивались люди. До наркотиков им еще дорасти надо было. Ну и разборки всякие криминальные, то есть ходишь вечером с опаской, оглядываешься, как бы тебя там не изнасиловали, не поймали, не за сигарету там не... Как бы... А! Нет, это потом уже, после встречи с этим человеком, я научилась маскироваться, я же все равно там жила, когда встретила. Я научилась ночью ходить в образе мальчика, были штаны такие мужские, там рубашка мужская, короткая стрижка. Я до того была на мальчика похожа, что мне реально подходили вечером какие-нибудь криминальные... Браток, дай закурить. Я достаю сигарету, даю, и он от меня отстает. То есть он даже не догадывался, что это женского пола существо, а то помог бы еще кое-что попросить. Мне это спасало просто. Моя похожесть на мальчика, когда была со стрижкой. Ты уже была в театре тогда? Да, я уже могла сыграть мальчика. Мне даже амплуа, когда я поступала, мне даже амплуа сказали травести. Ну, то есть это юноша, женщина-юноша. Я очень смотрелась в роли мальчика нормально, достоверно. А встретила я его, когда приняла важное для себя решение в жизни. Мне надо было выбирать, куда пойти учиться. Мама там про работу уже нажимала, что ей, наверное, хочется, чтобы я уже ответственность за свою жизнь материальную взяла. Как бы замужем не побыла долго, значит, сама давай работай. Ну, она прямо так не говорила. Это я сейчас понимаю. Тогда-то я вообще ничего не понимала. Ну, раз... Она мне предложила какую-то там тупую работу, лишь бы платили. А с другой стороны, ну, хочешь поучиться еще, вот, пожалуйста, строительное училище, там открыли новое отделение. Она понимает, что просто на маляра я не пойду. Я же так хорошо училась, у меня столько пятерок, столько восхищенных отзывов учителей, и вдруг я пойду в строительный. А там открыли отделение реставраторов памятников деревянного зодчества. И я как-то заинтересовалась, какое-то интересное название. Пришла, а мне говорят, что там надо учиться, рисовать, потому что там после художественного училища туда идут. А, ну, я, конечно, имела склонность к рисованию. Все детство помню. Самое любимое занятие в детстве, когда еще в школе не было. Сижу где-нибудь, рисую, никого не трогаю. Мне гулять там выгоняют родители. Иди погуляй, что дома сидишь. А я не хочу гулять, я рисую. Рисую плохо, но рисую с удовольствием. Вот. Как бы мне это было всегда интереснее, чем гулять во дворе с детьми. Игры их я не понимала. Что мальчики в свои машинки тупые, что девочки в свои куклы. Тоже казалось, ну, неинтересно. А рисовать интересно. Самой с собой наедине. Ну, это отступление лирическое. Вот я приняла все-таки важное решение. И сразу мне ответ. Пришла на собеседование, или как это называлось, и встретила этого человека. Мальчик с вот такими волосами... Даже, ну, очень длинные волосы. Для меня это первый шок. Таких вообще в наших краях не водилось. Потому что хулиганы их реально могли просто взять, поймать и обстричь. Такое отношение было. Вот, у нас такая культура была. Таких не терпели. А он из города, из другого района, из центра, из культурного района. Приехал в этот училище, чтобы он рисовать умел, учился. Тоже поступать? Да, тоже поступать туда приехал. Ну вот мы как бы с ним сначала заговорили про то, что он в себе не уверен, потому что он в художественном училище не учился, он просто так рисовал сам для себя. И я говорю, у меня вообще тогда шансов нет, я и сама для себя мало рисовала. Он-то больше, как выяснилось. Вот. Ну, и мы стали друг друга как бы успокаивать, там, подбадривать, что ничего, мы вот сейчас постараемся, изо всех сил будем сидеть, рисовать целыми днями и поступим.
И как бы, ну, мы как бы договорились, что я буду верить в его поступление, он в мое. Будем поддерживать друг друга, потому что мы оба как бы не имеем шансов, но будем стараться как-то верить. И вот завелось интересное общение. Завелось, даже слово такое. Мне только красивые слова приходят, когда я о нем вспоминаю. Ну, я... он ввел тебя в культурную жизнь, да? Вот. Вот. Да, я узнала, что есть такая музыка, что есть про художников, про поэтов мне рассказывал. То есть я подумала, что вот так вот прийти домой и пьянствовать, это кончится только постелью, может. А он мне показал вообще, что он даже у него в мыслях об этой постели. Он мне рассказывает про музыку, про живопись. Я вот так слушаю с таким интересом, ну неужели такие бывают люди, интересно. Я жила столько лет и не знала, что такой пласт жизни от меня был как бы скрыт или прикрыт, что мне всегда было скучно, я всегда тяготела подсознательно к чему-то другому, и мне никогда это не показывали. И тут, наконец, на тебе, дали, вот она моя жизнь, вот она мое будущее, вот он мой рассвет. И как бы у меня даже в мыслях все ушли, что раньше как замужество, там выживание, зарабатывание. А тут вообще какое-какое, даже учеба на задний план отошла, хотя перспектива интересная, это же художественное ремесло, это же художественная резьба, это интересно. Я даже про это забыла, общаться с этим человеком уже ради этого стоит поступать и учиться, потому что он художник, музыкант, и это все для меня это Бог просто воплоти. Я поняла, что это и есть смысл моей жизни. Как бы и даже не думала, будем мы с ним муж и жена, не будем. Конечно, природа меня интересовала очень сильно. Ну, я как бы это всегда на задний план отошла по сравнению с тем духовным перспективой, которую он передо мной открыл. Это все меркло по сравнению с этим. И, и начались реальные поступки, которыми он показывал свой духовный уровень, которого я просто не подозревала, что такое бывает. Вот когда я к нему приехала в тот район, вообще на другой конец города, он меня пошел пешком провожать через весь город, только чтобы ко мне никто не пристал, никто меня не обидел. А потом пешком возвращался, уже утром домой пришел. То есть это чувство ответственности, что он пригласил в гости девчонку и проводил ее через весь город, и ничего от нее не хотел, не требовал вообще. Как бы я все время ждала, что он от меня что-то захочет или как-то... Ну, мне это было бы, конечно, только в радость, я сама в него уже влюбилась природно. Но он от меня вообще ничего не хотел. Он просто меня двигал, продвигал в духе. Он меня продвигал, он видел, что моя душа жаждет вырваться из этого примитивного уровня, в котором я живу. И он мне искренне помогал. Я не знаю, у него никакой корысти вообще не было. И для меня это вообще шок, что человек абсолютно бескорыстный, возится со мной, объясняет, дает мне кассеты, все это просвещает.
шапку, говорю. День придет, весь в лучах.